Здравствуйте, купил компендиум зимний 2017. Он вышел в конце января, сегодня 27-е, только вышел сегодня. Посмотрим, что тут есть. Опа, награды. Где мой звук? Куда-то пропал. Принять. Есть сокровищница. Феникс. Ничего такое. Что-то мне как-то пуш не очень, очень редко. Феникс нормально. Меч доктор. Без эффектов тут идут. Модель. Ясно. Лич. Эмбер Спирит у меня есть красивее. Снизу дымка такая. Осенняя. Опа-на, нифига себе. Первый тролль, ребята. Первый сет на тролля. Ну почему он такой ушлепочный, правда? Но зато первый. Он есть. Блин, достал везде с этим баха. Сеты. Вот тех же героев. Ну что, открываем? Начинаем. Не хочу вот этих вот до сюда вообще, не хочу. Давай тролля давай. Тролля, сука. Готово. Спасибо, придурки. Ладно. Что тут у нас есть? Ну, смайлики. Эффект фонтана, эффект телепорта. Это еще заблокировано, еще посмотрим. Слинка, смешка новая, да? Вот так вот он будет прыгать. Угу, тоже вард. У меня круче вард. Курица. Это такой бара летающий. Ясненько. О, насмешка на бара. Прикольно. О, курьер какой прикольный. Последний курьер. 60 уровней всего. Наверное, теперь будет все время по 60 уровней. Может, весенний будет нормально. Так, что у нас есть задание? Задание. Дерево. Что за сетик? Вот такое вот дерево. Не очень много. Дальше у нас Зевс. Такой Зевс. Антимаг опять. Мы не достали с этим антимагом. О, удиви меня. Господи, седой. Тут кроме вот этого плеча нифига тут хорошего нет. Ну что это? Не знаю, у меня тут Эмбер Спирит. Вот этот вот.
Это хорошее, но только с эффектом. Эффект надо купить. Вот. Это Amber Spirit. Ну, фигня какая-то вышла. Ничего хорошего тут такого я не увидел. Ну, посмотрим, что там будет за следующие сокровищницы. Что там будет дальше. Ну, Пудж, Феникс, что-то ни о чем. Ну, как-то так. Всем пока.